В этом году исполнилось ровно 30 лет, как я отслужил в доблестных вооруженных силах. Служба проходила очень далеко от дома. Я тогда жил в городе Омске, а послали меня на Дальний Восток. Там есть такой небольшой городок, неподалеку от китайской границы, называется Бикин. И потом все друзья, знакомые спрашивали, еще раз, где ты служил? Я гордо отвечал, в Бикине. Они все в курсе. Они говорят, да мы не спрашиваем, в чем. И попал я только-только в нашу часть, в Бикине. Мне сразу рассказали историю, которая была еще в советские времена. И я спустя годы на ее основе сделал эту интермедию. Служил товарищ из Средней Азии, рядовой Саидов. Хороший парень, хороший. Но так случилось, что Саидов до армии по-русски вообще не говорил. Армия как могла обучила Саидова, великому и могучему. Вы же понимаете, первое слово, которое он выучил, было слово из трех букв. Не ха-ха-ха, а КПП. Потому что Саидов в основном там нес службу. Прямым командиром у него был капитан по фамилии Таран. И вот однажды Саидов стоит на посту, на пульт звонит сержант Цыбулин, которому позарез надо в самоволку, поэтому точно надо знать, на месте ли капитан Таран. Саидов слышит звонок, гордо снимает трубку, четко произносит то единственное слово по-русски, которое он знает наверняка. КПП! Сержант Цыбулин. Саидов, ты? Туда точно. Саидов, брат, скажи, брат, Таран там? КПП! Саидов, ты не волнуйся, расслабься, я же ничего такого не спрашиваю. Я тебя просто прошу, скажи, Таран там? Таран там! Саидов, давай так, потихоньку, потихоньку пойдем. Скажи мне, как твоя фамилия? Как твоя фамилия? Как твоя фамилия, Саидов? КПП! Нет, все хуже, чем я думал. Саидов, я сейчас по-другому вопрос задам, может, поможет. Внимательно послушай, по-другому спрошу. Там Таран? ППК. Саидов, я не пойму, ты специально это делаешь, а? Я ничего такого не спрашиваю. Я тебя спрашиваю одно из двух. Таран там или там Таран? Все. Что непонятно, Саидов? Ну совсем-то без мозгов нельзя быть. Ты такой же тупой, как этот твой капитан Таран. Ты меня слушаешь? Капитан Таран слушает. Кто это? Сержант. Вернее, уже младший сержант. Какая разница? Сержант, какая разница? Чё звонишь? Узнать. Таран там? КПП. Я понял. А там Таран? А я откуда знаю? А я уже понял. Таран тут. А Саидов в курсе? А Саидова нет. Он ушел на ППК. Ну это иди. Есть. Я вам сейчас все объясню, понимаете?